4 назад. Чили. Я звали. Вот. Да, вообще у меня в основном бывают реальные, нереальные, как сказать. Интересно, когда он вырастет, кем он станет? Я думаю, что капитаном. Здорово. Если его жизнь началась здесь, на берегу моря, то он непременно им будет. Замерзнет? Это море не замерзает. Оно горячее. Мама, а море можно обойти? Вон там. Не надо. А я бы пошел туда. Ты будешь идти прямо. Легко и свободно. Дорога будет широкой. Ровный и долгий. Иногда у тебя будет кружиться голова от счастья. Вот так. Только иногда. А в конце дороги будет стоять дом. И в нем 1000 светящихся окон. У одного стоит красивая девушка в белом платье. Назвать ее, что она за меня. Это все-таки, ну, теща там, друг, это все не подходит. Потому что она сделала достаточно, ну, очень много для меня. Пип-пап! Мама? Володь, ну ты счастлив? Ну, конечно. Как зовут? Отец. Никита. Бабуля, как вы счастливы? А? Счастливы? Нормально. Лишь бы они были счастливы. Я не знаю. Кем бы угодно, хочется, чтобы талантливым был человеком.